Ребенок длинные ноги тащит Кисси-Мисси, что? Всем привет, с вами Снэппи, и сегодня я встретился с ребенком длинные ноги в третьей главе. Но началось все со второй главы, я попал сюда, и посмотрите, ребят, я, кажется, немножечко летаю. И, видимо, у нас сегодня будет необычный челлендж, то есть пол — это лава. Мы можем вот так вот летать аккуратненько, но при этом нам нельзя наступать на землю. Если мы наступим на землю, то мы проиграем, и, соответственно, тогда никакой секретной концовки у нас не получится. Поэтому сейчас аккуратненько я буду двигаться, открываю дверь и лечу дальше. Вот здесь я могу очень быстро лететь, потому что мне бояться нечего. И давайте с вами пойдем за ключом. Ребят, здесь я тоже могу аккуратненько пролететь. Мне даже не нужно вот так вот хвататься, но могу, в принципе, и схватиться, если захочется очень сильно. Но давайте просто пойдем дальше. Так, здесь тоже аккуратненько проходим. И сейчас мы вот эти все бочки аккуратненько отдвинем, чтобы мы могли, в принципе, зайти вот в это место. Ну, допустим, я открываю дверь. Вот так вот как-нибудь обойду здесь аккуратно. Да, я захожу в это место и беру вот этот вот ключ. Давайте пойдем обратно для того, чтобы открыть ту самую красную дверь. Так, окей, здесь я пролетаю, поворачиваю вот сюда, и вот наша дверь. Я могу ее открыть. И, ребят, кстати, я не касаюсь пола. Для тех, кто вдруг подумал, что я коснулся, нет, я не касался, потому что, видите, я летаю. Так, давайте попробуем опустить вот эту вот штуку и аккуратненько сюда зайти. Главное держаться потолка для того, чтобы случайно реально не наступить на пол. Как вы видите, я реально нахожусь на уровне вот этого фонаря, который находится очень-очень высоко, поэтому я точно не касаюсь никакого пола. Так, аккуратненько сюда заходим и ждем, пока Поппи сбросит вот эту штуку. Но что-то она нам не сбрасывает ее. Очень странно, а почему Поппи нам ее не сбрасывает? Возможно, у нас получится врубить электричество и так. Давайте попробуем удалить вот эту вот коробку и провести электричество. Нет, почему-то у меня не получается провести электричество. Ой, посмотрите, у нас появилась Поппи, но здесь нет никакой коробки, она ничего не уронила, но просто она нам говорит: все, включи мне электричество, пожалуйста. Окей, Поппи, давай мы тебя аккуратненько включим. Самое важное — не докасаться до пола. Это реально, ребят, сложно, но я справлюсь. Я вот так вот пролетаю, прикладываю руку, все, отлично. И мы даже можем не ждать, пока Поппи там выйдет, что-то нам скажет, потому что мы умеем летать. И поэтому я даже не буду дожидаться, пока Поппи там что-то договорит. Так, здесь мы можем приложить руки наши и ждем, пока нам откроется вот эта вот дверь. Смотрите, она открывается. Окей, убираю руки и давайте аккуратненько попробуем здесь пролететь. Так, все, отлично, ребят, смотрите, я пролетаю дальше, открываю вот эту вот дверь. Так, здесь у нас Поппи, и я лечу, она не реагирует. Видимо, она реагирует как-то на мои шаги, возможно, она не видит нас, только слышит, и поэтому она никак не двигается. Но, окей, давайте попробуем просто полететь вниз. Так, окей, я знаю, как мне надо лететь, и, ребят, если вы думаете, что я падаю, нет, я ни в коем случае не падаю, я именно лечу в воздухе. Так, давайте аккуратненько залетаем вот в эту трубу, чтобы не касаться пола. Ой-ой-ой-ой, я куда-то вылетаю. Надо идти максимально аккуратно для того, чтобы случайно не докоснуться до пола вот этой трубы. Труба пропала, я просто лечу. А, нет, вот труба, окей, залетаем в трубу обратно и спускаемся до самого низа, до самого-самого низа. Окей, вот мы спустились, но, как вы помните, здесь мы выпрыгиваем из трубы, а я просто из нее вылетел. Так, окей, давайте я проведу сейчас электричество. Возможно, кстати, у меня как-то... Нет, у меня не получается, ну, я не знаю, давайте вот так вот, окей, я сделаю. Теперь я вот так провожу, теперь я еще проведу вот так вот, например, как-нибудь. Это вообще сработает? Да, ребят, это сработало. И нажимаю. Все! Вы видели, насколько легко мы это сделали? Окей, давайте пойдем дальше к мамочке длинные ноги. Так, мамочке мы будем отдавать руку или нет? Напиши в комментарии, стоит ли ей отдать сейчас руку или нет. Так, ребят, ну давайте попробуем все-таки как-то... Я не знаю, ну хорошо, ладно. Давайте отдадим руку маме длинные ноги для того, чтобы она открыла нам вот эту вот дверь. Окей, а где она? А где она? А, вот, смотрите. Вот она. Вот она, вот она, вот она. И она спускается вниз. Что? А что происходит с моей рукой? И вы видели, она где-то вверху висела, а теперь она тут. Но рука-то у меня тут до сих пор есть, что? Это вообще как? Я ничего не делал, ничего не вырезал, не использовал никакие читы. Просто, соответственно, я ей дал руку, а она ее не забрала. Что? Я не понял. На тебе по твоему глупому лицу за то, что ты не смогла даже у меня забрать руку. Я на это, кстати, не обращал внимания и не видел то, что у нее закрыт рот паутиной. Так, и давайте посмотрим, куда мамочка убегает. Вот где-то вот здесь вот она находится, да? Вот ее ноги. И давайте вот здесь вот так вот поднимемся. И куда она убегает? Так, вот она бежит вверх. И куда? Где она? А где она? То есть мамочка у нас просто улетела непонятно куда, в непонятном направлении. Ну окей, давайте опустим вот этот рычаг и пойдем в следующую комнату уже. Но что случилось с мамочкой? Почему она улетела куда-то в пустоту? Я сейчас не понимаю. Окей, ладно, ребят, давайте, знаете, что еще, кстати, посмотрим? Поскольку я могу летать, я могу посмотреть,
И вот, если кто вдруг не знал, оказывается, Поппи уже здесь. Но откуда она здесь могла появиться, я, если честно, не знаю. Но окей, давайте опустим первый рычаг для того, чтобы пойти в Musical Memory, ну и посмотреть, что там нас ждет, что мы как будем делать, и получится ли у нас ни разу не наступать на землю. Почему бы нам, кстати, не забрать код у Поппи прямо сейчас? Смотрите, забрали, и все нормально. И пойдем дальше проходить эту игру. Она говорит, ты убил ее? Хорошо. Так, она мне дверь сейчас откроет, что ли? Она... Так, она открывает мне дверь? Нет, я слышу звук, но дверь не открывается. А, нет, дверь тоже открылась. Просто нам открылась и одна, и вторая дверь. И Поппи пропала. Жесть просто. У нас сегодня какая-то жесть происходит в игре. Так, окей, надо как-то аккуратненько здесь проходить. Я не знаю, сейчас вот у нас получится вот в этой штучке аккуратно как-то пройти. Так, окей, окей, не касаемся пола, не касаемся. Касаемся потолка, но у нас же не потолок это лава, а пол это лава. Так, хорошо, 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 окей. Давайте дернем вот этот вот рычаг. У меня, кстати, правая рука почему-то не работает. Вроде как мамочка ее нам оставила, но при этом, возможно, она ее как-то сломала или сделала нерабочий. Давайте нажмем на первую кнопку, потом попробуем здесь вот починить все. Да, мы, кстати, даже когда летаем, можем все починить. Окей, это очень клево. И я здесь могу летать, могу даже забрать краску. Окей, окей, ребят, давайте дальше я вернусь сюда, нажму на следующую кнопку. Так, окей, нажимаю на следующую кнопку. И что? Что будет дальше? Я хочу уже, чтобы мне восстановили руку, потому что с одной рукой мне ходить как-то не очень нравится. Хотя у меня две руки, но вторая, она нерабочая, поэтому я никак не могу ей воспользоваться, ничего не могу сделать. Но зато я могу даже вот так вот залететь, ребят, посмотрите, как это странно выглядит. Я нахожусь внутри машины, которая делает руки. Третья кнопка, и сейчас быстро летим, чтобы забирать нашу краску. Я, если честно, ее не вижу, и она до сих пор почему-то не выехала еще. Где моя краска, ребят? Скажите, пожалуйста, где она? Я думал, что она уже выйдет, а она еще до сих пор не поехала. А, вон, вон, вон она выезжает. Окей, мы берем вот эту вот краску и летим сразу вот сюда. Аккуратненько ее вставляем и идем вниз для того, чтобы нажать на последнюю, ну, предпоследнюю пока что, но скоро уже будет последняя кнопка, и получить, наконец, наши руки. Давайте быстрее, 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 быстрее. Хочу быстрее уже вот эти вот ручки. Ребят, посмотрите, я могу залететь внутрь и... Мне не пришлось даже нажимать на последнюю кнопку, потому что я залетел внутрь и взял эту руку. Что? Окей, это мне очень-очень сильно нравится. Давайте я аккуратненько залетаю вот сюда, иду по потолку, пролетаю... Ой, вот здесь вот пролетаю, вот здесь пролетаю и залетаю в следующую локацию, ребят. И это уже Musical Memory, но почему-то она не прогрузилась. А, нет, все нормально, все подгрузилось. Возможно, это был какой-то баг, возможно, как-то игра немножечко затупила, но нет, у нас все подгрузилось, и мы зашли в эту локацию, только почему-то нам не хотят ничего тут давать играть. Как мне поиграть-то? О, у меня получилось запустить Musical Memory. Окей, давайте попробуем быстренько ее пройти, ребят. И я здесь буду летать, я здесь тоже не буду вставать на землю. Вот я летаю, нажимаю на кнопочки синий, например, синий, зеленый, окей, синий, зеленый, что дальше будет у нас? Синий, зеленый, желтый, нет, синий, зеленый, зеленый, окей, синий, зеленый, зеленый, и сейчас так я буду проходить всю игру. Так, все, ребят, я прошел эту игру, и я думаю, я сейчас уже могу вылететь отсюда, соответственно, и вот эту штучку подтянуть, и все. И дальше я могу идти вот по этой вентиляции аккуратненько. Ну, сейчас нам будет самое легкое, что только можно, это просто проходить вот эту локацию, потому что здесь что? Мы просто вот так вот пролетаем, дальше пролетаем вот здесь, здесь нас ждет головоломка, но давайте мы ее просто аккуратненько возьмем и сломаем. Почему бы и нет? Нам проще так сделать и летим с вами аккуратненько дальше. Дальше мы проходим вот здесь вот, теперь вот здесь поворачиваем, вот здесь по лестнице мы тоже быстро залетаем. И теперь, ребят, мы просто открываем вот эту дверь, убираем стульчик, как обычно, открываем дверь и выходим из Musical Memory. Ой, посмотрите, а здесь нет паутины, мы можем обратно сюда пойти. Но нам, в принципе, эта паутина нафиг не нужна. Нам нужно что? Идти в следующую локацию. Соответственно, давайте опускаем вот этот рычаг и идем с вами в следующую локацию. Я не знаю, а сможем ли мы вот так вот здесь пролететь? Это как бы не пол, конечно, да? Но вот, вот это пол, а это не пол. И опа, и мы проходим. Получается, мы сразу можем идти в следующую локацию. Давайте сюда и зайдем. Мы здесь можем летать. Мы даже можем, наверное, залететь вот в эту трубу и посмотреть. О, какой-то хагич здесь у нас. Так, давайте посмотрим вот здесь. Здесь тоже есть какой-то хагич. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Посмотрите, здесь в каждой дырке есть хагич, их тут очень-очень много. Я жду, пока мамочка уже начнет говорить, и здесь появится следующая локация для того, чтобы я туда залетел. Потому что с хагичами, если честно, я не очень хочу проходить, но вообще давайте попробуем. Вот, вот я его тыкаю, и что? Что с ним происходит? Что-то ничего с ним не происходит.
происходит, это вообще, блин, Хагич, который никак не реагирует на меня. О, о, появилось, появилось. Залетаем вот сюда, ребят, проходим дальше. Так, 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 так. Берем записочку «Мама, длинные ноги». И просто, ребят, идем с вами быстрее дальше. Так, давайте вот сюда, в эту локацию мы с вами перейдем. Вот сюда проходим. И что здесь? Здесь сейчас будет Кисси-Мисси. Да, смотрите, появляется у нас Кисси-Мисси. Мы до сих пор здесь находимся, летаем. Посмотрите, как наши руки трясутся. Мы очень боимся Кисси-Мисси. Но не надо бояться ее слишком сильно, потому что она на самом деле добрая. Вон, ребят, посмотрите, она открыла нам дверь. И все, все, у нас все хорошо, ребят. Мы можем идти дальше, мы можем сейчас продвинуть Берри, а можем попробовать пройти через вот эти доски. Я попробовал их сломать, давайте попробуем дальше пройти и посмотреть, подгрузилось ли у нас... Нет, у нас ничего не подгрузилось, значит, нам придется сейчас тащить Берри. Так, хорошо, окей, давайте проходим здесь аккуратненько. Дальше мы проходим вот здесь вот, берем вот эту вот штуку, идем сюда, прикладываем здесь. Теперь мы вот так вот прикладываем вот здесь вот и идем с вами дальше. Вот здесь у нас, получается, нужно будет опустить рычаг для того, чтобы тащить Берри можно было. И давайте попробуем немножечко его протащить. Вот так вот хватаем его и аккуратненько, аккуратненько оттаскиваем. И, кстати, я забыл, я же могу пройти это место и просто опустить рычаг. То есть мне не нужно никакое электричество. И вот здесь, наверное, я все-таки не смогу так сделать. Мне придется воспользоваться электричеством, поэтому давайте вот здесь вот я беру. Ой, не той рукой решил взять. Здесь беру электричество, прикладываю вот сюда, здесь беру электричество, прикладываю его вот сюда. Теперь мне вот здесь вот надо забрать тоже электричество, приложить сюда. И быстро, насколько это возможно, попытаться протащить Берри. Окей, мы тащим его, все, 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 отлично, он протаскивается. И сейчас, походу, у меня сломается рука. У меня рука застряла, и теперь моя вторая рука не работает, потому что она, видимо, сломалась, бедная моя рука. Ну окей, давайте тащим Берри. Тащим, тащим, тащим. Мы находимся высоко, мы не трогаем пол. И он куда-то уезжает вниз. Куда ты уезжаешь, мой милый друг? Но окей, у нас хотя бы должна прогрузиться следующая локация. Она все равно не прогрузилась. Так, все, сейчас хотя бы она прогрузилась. Аккуратненько спускаемся вниз, чтобы не удариться об пол. И летим дальше. Но, ребят, я заметил странную вещь. Смотрите, если я вот так вот стою, я начинаю потихонечку спускаться куда-то вниз. То есть как-то земля меня притягивает. Все-таки сила притяжения, видимо, работает. Но давайте с вами откроем следующую локацию и пойдем уже к мопсу гусеницы. Я думаю, мы даже сможем пройти эту дверь. Да, мы смогли точно так же, как и до этого. Но вот эту дверь, скорее всего, да, мы не можем пройти, потому что здесь какая-то фигня, которая еще не прогрузилась. Поэтому давайте быстренько-быстренько включим вот здесь вот все, что нам надо. Здесь мы с вами включаем электричество. Так, немножечко надо опуститься, провести вокруг вот этих столбиков. Так, проводим, да что такое с тобой? Проводим через два вот этих столбика. Да как ты так зацепился, блин? Почему не работает? Ты куда-то не туда зацепился. Окей, проводим вот так вот через один столбик. Теперь проводим вот так вот через второй столбик. Блин, как же это сложно, ребят, вы даже не представляете. Так, хорошо, давайте еще вот так вот вокруг обведу. И теперь... И теперь моя игра, походу, сломалась. Это все, видимо, из-за того, что я просто попытался не дотрагиваться пола. Видимо, я, скорее всего, случайно его дотронулся. И что за звуки? Ой, стоп, а где я оказался? Это Хаги и Бонза. Ребят, меня куда-то игра закинула. Что вообще произошло? Я не понял. У меня одной руки нет, вторая рука желтая. Это вообще что? Это как? Так. Ребенок длинные ноги тащит Кисси-Мисси. Что? Он напал на Кисси-Мисси и украл ее? Офигеть. Или, возможно, он спас ее. Как ты думаешь? Напиши в комментарии, спас ли он ее или украл и хочет что-то с ней сделать плохое. О, нет, он ее приковал куда-то к стулу. Мне кажется, он хочет сделать что-то плохое. Так, ребят, давайте пойдем дальше. Окей. Так, открываем вот эту дверь. Смотрите, здесь дыра. Хаги и Бонза сбежали, скорее всего. Это очень плохо, потому что они могут как-то на меня напасть. Я надеюсь, что... Здесь их нет, да, давайте закроем лучше эту дверь и пройдем вот в эту вот локацию. Так, окей, окей, идем мега аккуратно, чтобы нас никто не поймал. Так, проходим дальше, и здесь дыра. Окей, очевидно, здесь дыра, и здесь шерсть Кисси-Мисси. Ну, давайте попробуем прыгнуть. Здесь-то у нас уже нет челленджа, чтобы не наступать на пол. Так что, я думаю, все нормально, ничего с нами не случится. Давайте пойдем дальше. Возможно, у нас, кстати, получится найти ребенка длинные ноги и понять, что случилось. Потому что здесь куча шерсти Кисси-Мисси. И, соответственно, скорее всего,
скорее всего, мы идем по правильному пути, потому что именно так, скорее всего, она и теряла свою шерсть. Так, вот еще кусочек. Но у нас здесь путь как бы не такой уж разнообразный. Мы идем просто по двери какой-то, по дыре, вернее, просто прямо. И ничего мы здесь делать не можем, поэтому, ну, вариантов не очень много. Идем просто прямо, смотрим, куда нас эта дырка приведет. Так, окей. Видимо, они как-то поднялись вверх. О, ребята, он очень сильно меня напугал, поэтому я не хочу проходить эту игру пока что дальше. Но надеюсь, тебе понравилось. Ты поставишь этому ролику лайк. Также тыкай на ролик, который появился у меня на лице. Ну а с вами был Снэппи. Всем пока!